Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина, и в этом видеоролике я хочу с вами пообщаться на тему, какой навык я считаю для интернет-предпринимателя самым важным. Хочу сказать, что я интернет-предприниматель. Но я мало того, что интернет-предприниматель, я практик интернет-предприниматель. Я прекрасно понимаю, что вот таких вот навыков, их много. Их действительно много, и вот эти вот навыки, их должен отработать именно ваш собственный наставник, который пригласил вас в бизнес. Задача данного ролика – это рассказать, какой навык я считаю самым важным и почему. Но прежде чем всего, я хочу вас вернуть именно на землю, в кавычках, естественно. Мы ведем бизнес на земле, и, естественно, мы общаемся с людьми, мы встречаемся с ними живыми, мы их видим, мы их считываем, естественно, они нас тоже на нас смотрят, естественно, они тоже нас считывают. Тем самым, при живой встрече мы либо доверяем человеку, либо нет, соответственно, мы строим какие-то бизнесовые отношения. Бизнес в интернете. Каким образом я должна встречаться именно в интернете? Вот при помощи таких вот видеороликов, которые я сейчас снимаю, мы встречаемся с нашими будущими партнерами. Именно навык съемки нужен для интернет-предпринимателей. И я считаю, что навык съемки, он обязательно, и он важный, и он главный. Общаясь со своими участниками марафона по контенту и общаясь со своими собственными новичками, я поняла, что затыков их много. Казалось бы, чего просто взять видеокамеру и начать снимать. Но я помню также свои собственные ролики, когда, в принципе, у меня был абсолютно готовый текст, я включала камеру, и вот эти все слова просто вылетали с головы. Страх камеры. Я прекрасно вижу сейчас и на участников, и на своих собственных новичках. Поэтому страх нужно отрабатывать при помощи практики. Опять же, качество видеосъемки. Вот я не говорю, что у меня вот очень качественные видео. Нет, не говорю. И я уверена, что и мои видеоролики кому-то из вас не нравится, и если вы хотите со мной поделиться, то напишите в комментарии, если это будет мои силки, обязательно это исправлю. Есть и другая проблема. Мои участники марафона, мои новички отработали свой собственный навык, отработали качество и страх. Они знают, как говорить, они умеют, они не боятся. Они уверенно себя держатся. Но о чем писать? Оксана, о чем писать? Мне со своими новичками гораздо проще. В принципе, мы садимся с ними и составляем с ним контент-план. Для марафонцев мы с Виктором Гоголем даем некие задания, и они пишут именно по заданию те или иные видеоролики. А как вам быть? Ну, если вы хотите, например, отработать тот же самый страх, или отработать ваше видео по качеству, или все-таки начать писать хоть какой-то контент, то, ну не знаю, стучитесь в личку, и если на данный момент у меня будет очередной какой-то поток марафона, я обязательно вас приглашу. Итак, вы научились снимать вот видеоролики качественно. Что вам делать? Я скажу, что ваша ступенька следующая – это прямые трансляции. Естественно, вебинар. Там тоже свои собственные затыки, и то же самое нужно отрабатывать этот навык. Возвращаю вас обратно. Самый главный навык для интернет-предпринимателей, по моему мнению, это снимать вот такие вот видеоролики.
При помощи вот таких вот видеороликов мы общаемся со своими будущими партнерами. Они при помощи таких видеороликов нам доверяют, ну либо не доверяют, одно из двух. А как вы считаете, какие навыки важны для интернет-предпринимателя? А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.